Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу, друзья, поделиться с вами новым буксом, где можно зарабатывать абсолютно без вложений денежку на просмотре сайтов. Называется Rams PTS. Это зарубежный букс. Он буквально на днях стартанул. Еще участников очень мало, но тем не менее уже пошли выводы. Здесь все это прочтете. Здесь это апгрейд, планы их. Ну, мы же на стандарте. Без вложений. Регистрация здесь наипростейшая. Так, нажимаем регистр. Значит, вводите логин, имейл, повтор. Так, логин, имейл, пароль, повтор пароля. Вводите пин-код. Вот пин-код. Это я так поняла, дата рождения, что ли, я не переводила. Но обычно так. Разгадываем капчу, ставим везде галочки, нажимаем регистр. Вроде на почту приходит письмо. Проверьте папку со спамом. Подтвердить адрес электронной почты. Здесь только английский язык. Больше языков здесь нету. Вход по логину и паролю. Я здесь в этом буксе уже 2 дня я работаю. Здесь они пишут, что первым 10 тысяч участникам они дают бонус $2. Нужно вот кликнуть вот сюда, вот эту ссылочку скопировать. Даже если я ее сейчас скопирую, подождите. Копировать. Здесь они какой-то код запрашивают. Где этот код брать, я не знаю. И бонус дают на Porsche за баланс. Значит, какой-то код вводить, капчу и нажимать на вот эту вот вкладочку. Не знаю, я буду живо без этого бонуса. Так, идем в кабинет. После регистрации мы попадаем в такой вот кабинет наш. Ну. Ладно, это я удалю. Это я закрою. Ну, тут конкурсы. Вот 2 дня я здесь работаю. Зарегистрировалась я очень поздно. Вечером 23 числа. Значит, когда я зарегистрировалась, здесь все немножечко было по-другому, так как букс новенький. Здесь еще изменения происходят. В данный момент на балансе у меня 8 центов. Вот, и вот я зарегистрировалась, регистр. Вот этого сейчас есть чат, не было вот этого чата, появился вот этот вот чат. И что? Мне была недоступна вкладочка «Вывод». Сейчас вот я сегодня зашла на почту, опять же мне пришло письмо в спам. У них тут был КУС, друзья. Нужно было вводить паспортные данные. Вот, сделать, ну, 3 как бы вида на выбор. Заднюю страницу паспорта, то есть, как вот у меня с пропиской, ну, что-то он завис. Вот. Потом селфи с паспортом и лицевую сторону, где ваша фотография. Я отправила... им сделать, ну так, наобум заднюю страницу паспорта с пропиской. Ну, ему пройдет, так пройдет. Нет, так нет. Все прошло, как бы у меня все открылось. Да что ты завис. Вот эта вкладочка мне была недоступна. Значит, минимальный вывод. Ну, они, да, я не досказала. Пришло письмо на почту, что они отменили вот эти паспортные данные.
Сейчас все доступно. Здесь две платежных системы Perfect и Payeer. И минимальный вывод отсюда 10 центов. Максимум 20. На Perfect берут комиссию 2%, а на Payeer они не берут комиссию. Вот я прописала. Значит, далее что? Мы идем в настройки. Вот здесь сеттинг. Кто хочет установить аватар. И что нам нужно? Вот эта вкладочка Payment. Прописать платежные реквизиты. Прописывайте платежные реквизиты. Сюда пин-код, который указывали при регистрации. Нажимаете сохранить. Все. С этим разобрались. Теперь по заработку. Здесь всего 4 ссылочки. По 1 центу нам дают. Это значит 4 цента в день. Пришли, просмотрели. И все. Давайте вот по 0 секунд даже, видите? Так. Нет, друзья. Они уже меньше сделали. Было. Давайте. Я вот смотрела в день по 4 цента. Вот у меня 8 центов. И они немножечко снизили заработок. Загружается рекламка. Сейчас подождем. Рекламка загрузилась. Сейчас появится капча. Разгадываем капчу. Разгадали капчу, нажимаем на синенькую цент. И вот был по 1 центу, ставила 0.205. Это значит 2 рекламки, 1 цент. Все, я просмотрела, и в день вот 4 рекламки нам на стандарте. Так, это посмотрели. Далее, что еще? Здесь давайте я переведу как бы на русский. Можно рекламировать, конечно же, свои баннеры ПТС проекты. Рефералы, вкладочка находится наш рефералы и ссылки и инструменты. Наша партнерская ссылочка, она также находится на домашней страничке. И здесь вот у нас есть баннеры. Вот. Так. Директ. Вот наши рефералы. Это вот ссылочки. Money. Депозит нам не надо. Трансфер. Значит, с майн баланса. Можно на Пуршазы вот, переводить. Далее. Так, здесь два баланса. Так, вывод я вам показала. Ну и все, в принципе, такой основные моменты я вам показала. Есть апгрейд. Но апгрейд нам не надо. На бесплатной основе. Значит, вот здесь... Home, Upgrade, Support есть, Форум есть. Значит, кликаем на Upgrade. И вот стандарт. Мы на стандарте, на бесплатной основе. Здесь все это уже я не буду зачитывать. Сами все прочтете. Но что я хочу еще сказать по выводу. Минимальный вывод 10 центов. Но каждый последующий вывод будет увеличиваться на 10 центов. Значит, первый вывод мы сделаем минимальный 10 центов, следующий 20,
потом 30, 40 и так далее. В общем, можно пока маленький вывод поработать и выводить денежку. Я недельку поработаю, потом поставлю уже на вывод. Вот. Хотя, по идее, мне вот сегодня уже будет минималка. Я просмотрю 4 рекламки, еще 2 цента мне капнет. Ну, немножечко хочется поработать, чтобы побольше денежку вывести. Тогда я уже проверю его на вывод. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, друзья, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.